немножко отдохнем от текста. Привезли мы вам одну композицию, которая очень соответствует тому путешествию, которое мы проделали к вам. Это такое приятное, но достаточно долгое, не сказать, что утомительное, но такое прекрасное путешествие. Композиция, которую мы сейчас вам исполним, называется «Вечное движение». Перпетуум мобиле. По следам Никколо Паганини. Специально играется в программе для того, чтобы люди наконец-то смогли спокойно покушать, пообщаться. Может быть, там сходить по нужде или там... Ну, в общем, как-то вот для того, чтобы сменить обстановку и вообще хоть что-то изменить. Она очень долгая, поэтому времени у вас предостаточно. Предназначена для медитации за рулем.